Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас все-таки подъехал новый роллинг найм редких героев. Если вы ожидаете, что здесь будет что-то там эпичное, и вы навыбиваете кучу героев, даже не мечтайте. Это опять же роллинг для донатов. Вот такие нужны камни, алмазы героя, которые используются для найма редких героев, получения их осколка во время битвы могут быть получены в официальных событиях. То есть вы можете их получить только за донат. Есть вариант, что у нас когда-то их добавят чисто в акциях для без донатов, но опять же это будет очень редко, поэтому не надейтесь. Событие, как видите, идет не всегда, оно будет у нас появляться. Точно так же на Китайке было у меня. Появляется алтарь, он идет сутки практически. Что мы имеем? Ну, я думаю, в дальнейшем здесь будут меняться призы. Вы можете выбить повелителя бури, Фрею, Бигфута, мелкого пиздюка, пиздючку, не знаю, как ее еще назвать, Седну, заклинательницу. Дальше у нас идут осколки. И смотрите внимательно, сколько дают осколков огнекрыла. Всего лишь 2. Некроса 10, Вольта 20. Ну и дальше пошло увеличение уже. Ну, в принципе, можно интересные осколки собрать. Но опять же, это как дополнительное. Если у вас есть там мечта отсюда что-то вытащить, даже ну, не надейтесь, потому что, во-первых, здесь и шанс херово, во-вторых, вы запаритесь собирать их всех, потому что вам будет кидать разнообразные осколки. Проще зайти там конкретно на базар и подождать там, не знаю, выбить. Вот, допустим, сегодня у нас Рибы-то дают 50 осколков там, либо другого героя, просто сразу же купить готовые осколки. Ну, конечно, если оно идет уже в дополнение, то это уже такое. Также у нас сегодня уже в этом месяце черепа скин сразу разыгрывают. Честно говоря, такое себе все. Даже сумка огнекрыла сегодня была за один сам. Ну, честно говоря, наш базар особо не радует. Ничего интересного никогда нет по сравнению с, там, с другими серваками. Так, забираем плюшки. Что имеем? 5 сетов третьих, 10 камней, 250 кгшек, 5 тес, 5 коробок и 500 коробок. Отлично. Ну что, поехали. Будем пробовать что-то выбить. Вот, сразу же заклинательница, 40 осколков. То, о чем я вам и говорил, что если вы в надежде здесь получить топовых героев, не особо надейтесь. Поехали дальше. Фрэнки 50. Ну, оно того не стоит в любом случае. Дальше. Ворожай 50 осколков. Такое себе. Еще один ворожей 50. Как видите, топовых героев. Еще один ворожей 50. Вот вам то, о чем я говорил. Вы можете эти герои и так собрать, поэтому особо надеяться на что-то интересное здесь даже не стоит. Так, ну давайте дальше. Опять Фрэнки 50. Опять ворожей. Заклинательница. Вот, ребята, какие у вас будут герои падать. Ворожей, Фрэнки, заклинательница. Все. На что-то другое там повышенным просто не надейтесь. На то, что вы выбьете там редкого героя, шанс очень маленький. В принципе, вот так вот. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы здесь падало нормально. Но, увы, как обычно, GG шансы то ли на русском сервере режет, то ли делает такую херню, которая, по сути, ну, нафиг не нужна. И героев и так можно собрать осколками таких, каких вам надо, просто надо время выждать и все. Это чисто рандом сидеть и ждать, что вам выпадет здесь имба, смысла не вижу. Вот так вот многие просили за снятием показать этот роллинг новый. Показал, то есть, как обычно, говно полное. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно участвуйте в конкурсах. Ссылочки в описании есть. Будет новый конкурс на Некроса. Может, сегодня, если успею запустить, видосик сделаю. Все, всем пока, всем удачи.